Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Детский спектакль. В детском саду Пеппы ставят спектакль. Про красную шапочку. Ура! Все дети получили роли в спектакле. Они должны выучить их дома. Пеппа будет играть красную шапочку. Мама-свинка сделала ей костюм. Папа-свин помогает Пеппе учить роль. Итак, Пеппа, что ты говоришь? Я маленькая красная шапочка. Хорошо. Дальше. Я иду в гости к своей бабушке. Я иду в гости к своей бабушке. Браво, Пеппа! Щенок Дэнни будет играть серого волка. Дедушка и бабушка помогают ему учить роль. Я страшный серый волк. Старайся не смеяться, Дэнни. Ты же должен быть страшным. Попробуй вот так, Дэнни. Я злой и страшный серый волк. Я всех вас проглочу. Понял? Да, это было страшно. Пони Педро будет играть охотника. Он спасет Пеппу от страшного серого волка. Я охотник. Педро немножко стесняется. Скажи, я прогоню тебя, страшный серый волк. Уходи, гадкий волк. Хорошо, Педро. Ребекка будет играть бабушку. Что я должна сказать, мама? Посмотрим. В начале спектакля серый волк запер тебя в шкафу. А потом в самом конце тебя спасает охотник. И ты говоришь: спасибо. Спасибо. Молодец, Ребекка. Все родители пришли смотреть спектакль. Дорогие зрители, добро пожаловать! Спектакль «Красная шапочка». Сначала познакомьтесь с актерами. Прошу, прошу, не мешайте актерам. Никаких фотографий. А теперь спектакль начинается. О-о-о! Бабушка лежит дома. Кто это к ней пришел? Я страшный серый волк. Молодчина, Дэнни! Ай-яй-яй, Дэнни забыл свои слова. Бабушка, полезай в шкаф. А ну иди в шкаф! Страшный серый волк сам притворился бабушкой. Я маленькая красная шапочка. Я хочу навестить бабушку. Браво, Пеппа! Папа, фотографировать нельзя. Ой, прости, Пеппа. Продолжай. Я иду в гости к своей бабушке. Ой, ты не похож на мою бабушку. Какие у тебя большие глазки? Какие большие зубки? Ты не бабушка! Ты страшный серый волк! На помощь, на помощь! Смотрите-ка, кто здесь! Как раз вовремя! Педро охотник! На помощь, на помощь! Как раз вовремя! Педро охотник! Педро чуть-чуть стесняется. Педро, хочешь, я пойду с тобой? Да, я хочу. Ты очень нехороший волк. Я спас тебя, бабушка. Ура! Спасибо. Браво! 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 Отлично играл. Почти так же хорошо, как я. Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Папина кашка.
камера. Мистер Зебра, почтальон, принес посылку в дом Пеппы. Вам посылка, мистер Свин. Спасибо, мистер Зебра. До свидания. Эй, а я получил посылку. Кто догадается, что внутри? Динозавр? О, Джордж, ты всегда говоришь динозавр про все, про все. Эта коробка слишком маленькая для динозавра. Я думаю, там игрушки. Почти угадала. Я знаю, что это. Новая камера. Игрушка для папы свина. Правильно. Это кинокамера. На нее можно снимать фильмы и смотреть их по телевизору. Можно мне попробовать, папа? Это слишком сложная вещь для ребенка. Даже мне нужно прочесть инструкцию. Это даже труднее, чем я думал. У мамы овечки Сьюзи есть камера. Она включает ее вот так. О, молодец, Пеппа. Поздравляю с покупкой кинокамеры 3000. Я готова помочь вам снять ваш первый фильм. Голос можно как-нибудь отключить? Я не знаю. Поздравляю с покупкой кинокамеры 3000. На камере Сьюзи нужно нажать эту кнопку, чтобы она замолчала. Поздравляю с покупкой... Вот она и замолчала. Молодец, Пеппа. Чтобы снять это... Меня! Ладно, Пеппа. Привет, я свинка Пеппа. Идите сюда. Привет, я свинка Пеппа. Сейчас. Привет, я свинка Пеппа. Привет, я свинка Пеппа. Еще, еще. Может быть, снимем что-нибудь еще? Я знаю. Пусть папа свин выйдет, а мы снимем для него целый фильм. Туда! Папа свин будет ждать на кухне, пока мама свинка, Пеппа и Джордж будут снимать тайный фильм. Не подглядывай, папа свин. Мы все должны что-нибудь сделать. Джордж, ты хочешь быть первым? Вы готовы? Можно мне идти смотреть фильм? Готово. Уже можно входить? Джордж снялся в фильме, и Пеппа тоже. Вначале посмотрим фильм Джорджа. Динозавр. Джордж изображает динозавра. Это очень страшный динозавр. Ну вот, Джордж испугался. Не пугайся, Джордж. Это же не настоящий динозавр, это ты. Динозавр. Теперь посмотрим фильм Пеппы. Кто же это такой? Привет, я папа свин. Ах, понятно. Мой живот очень большой. Ведь я очень люблю печенье. Мой живот совсем небольшой, но я и вправду люблю печенье. И чем ты больше ешь, тем у тебя больше живот. Ладно, что дальше? Это мой любимый братик Джордж. Это мама свинка. А это я. А вот настоящий папа свин. Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Кукольный театр Хлои. Пеппа и ее семья едут в гости к дяде Свину, тете Свинке и Хлое. Наверное, дядя Свин, как всегда, уснет сразу после обеда.
Папа Свин, нельзя говорить так о своем родном брате, особенно перед детишками. Но это правда. Дядя Свин всегда слишком много ест, засыпает и громко храпит. Вот так. Пепе, Джордж, забудьте, что я сказал про дядю Свин. Ладно, папа. Пеппа и ее семья приехали в дом дяди Свина и тети Свинки. Привет, тетя Свинка и дядя Свин. Привет. Здравствуйте всем. Привет, старший брат. Дядя Свин – брат папы Свина. Свинка Хлоя – двоюродная сестра Пеппы и привет, Джорджа. Привет, Хлоя. Привет, Пеппа. Привет, Джордж. Я вам кое-что покажу. Подожди! Это мой новый кукольный театр. Его сделал мой папа. Ух ты! У меня уже есть две куклы. Вот эту зовут Хлоя. Привет, я свинка Хлоя. А вот это мой папа. Дядя Свин. Привет, Пеппа. Я твой дядя Свин. Хлоя, а можно мы с Джорджем сделаем кукол тоже? Да. Хлоя рисует кукле глаза. Я нарисую рот. Ладно. Меня зовут Пеппа. Джордж, какую куклу ты хочешь сделать? Динозавр. Динозавр. Джордж всегда про все говорит динозавр. Ладно, страшная кукла-динозавр. Хлоя делает Джорджу куклу-динозавра. Ему нужны острые зубы. Вот, страшный динозавр. Идите обедать. Идем. После обеда поиграем. Играем в кукольный театр. Ура! Тетя Свинка приготовила на обед спагетти. Спагетти просто объедение. Лучшие спагетти в мире. Сразу видно, что вы братья. Совершенно одинаковые. Почему это? Мы совсем не похожи. Пеппа, Джордж и я покажем вам представление. Как здорово! Не забудьте нас позвать. Скоро увидимся. Кукольный театр звучит здорово. А я успею съесть еще спагетти? Можно мне тоже добавки? Представление вот-вот начнется. Привет, меня зовут Хлоя. А я Пеппа. Это динозавр! Страшный динозавр! Ух ты, просто здорово! Браво! А я дядя Свин. Привет, дядя Свин. Привет, Пеппа. Просто вылитый ты. По-моему, у куклы слишком большой живот. Мне понравился обед. Дядя Свин, а теперь ты заснешь и будешь храпеть, как всегда? О чем это ты? Папа говорит, что ты всегда очень громко храпишь. Вот так. Хо-хо, твой папа прав. Я всегда так храплю. О, папа Свин, не надо было так говорить про дядю Свина. Думаю, что папа Свин и дядя Свин вас не слышат. Дядя Свин и папа Свин крепко уснули. Сразу видно, что они братья. Что случилось? Представление уже началось. Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. На пляже. Пеппа и ее семья едут на пляж. Пеппа и Джордж любят ездить на пляж. Как у нас много вещей. Как бы нам чего-нибудь не забыть.
Зонтик, сумка, полотенце, ведра и совки и надувной мяч. Да, прежде чем начнете играть, я намажу вас кремом. На пляже очень жарко, поэтому мама-свинка мажет Пеппу и Джорджа кремом. Давайте испытаем наш мячик. Вроде все в порядке. Какой прекрасный мячик. Джордж, ты кидай мяч, а я буду ловить. Джордж, лови! Ай-яй-яй, Джордж слишком маленький, чтобы ловить. Ничего, Джордж. Вы с Пеппой хотите поиграть в воде? Да, да, папа. Надевайте-ка на рукавники. Вот и все. Тебе очень идут на рукавники, Джордж. И мне, и мне. Все. Теперь можно играть в воде. Ура! Вода холодная? Нет, совсем теплая. Это хватит. Ты первый начал, папа свин. Пожалуй, хватит брызгаться. Папа, я люблю ездить на пляж. Пеппа и Джордж любят ездить на пляж. Все любят ездить на пляж. Пеппа, Джордж, хотите поиграть со своими ведерками? Хотим, мама. Папа, папа, можно закопать тебя в песок? Ну... Пожалуйста, папа. Ну, ладно. Да! Пеппа и Джордж закапывают папу свина в песок. Потише. Все. Теперь ты не сбежишь. Моей голове немного жарко. Принеси мою шляпу. Ну, скажи, пожалуйста. Пожалуйста, принеси мне шляпу. Хорошо, папочка. Спасибо. Пожалуй, я немного вздремну. Джордж, давай делать куличики. Пеппа и Джордж делают куличики. Сначала набираешь песок в ведро. Вот так. Потом переворачиваешь ведро и стучишь. И поднимаешь ведро, и вот он. Куличик. И вот он. Еще один куличик. Пеппа, Джордж, домой. Не забывайте свои вещи. Проверим, ничего ли мы не забыли. Полотенце, сумка, зонтик и надувной мяч. Мы все взяли. Мы точно что-то забыли. Ну да, мы забыли шляпу. Папа, мы забыли папу. Да, мы забыли папу свина. Что? Что? Папа, мы тебя чуть не оставили, но Джордж про тебя вспомнил. Я рад, что Джордж про меня вспомнил. Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Обед. Пеппа и Джордж приехали к бабушке и дедушке на обед. Бабушка! Бабушка! Привет, мои малыши. Хотите пойти на огород собирать овощи? Хотим. Дедушка! Дедушка! Привет, Пеппа, Джордж! Это огород дедушки свина.
Он сам вырастил все эти овощи. Что это? Динозавр. Динозавр? Наберем овощей к обеду, да? Пеппа, скажи, ты любишь помидоры? Да, дедушка Свин. Джордж, а ты любишь помидоры? Нет. Джордж не любит помидоры. Ай-яй-яй-яй-яй. А вы любите латук? Да, дедушка Свин. Нет. Джордж не любит латук. Ой-яй-яй-яй-яй. Но должно быть что-то, что любит Джордж. Ты любишь огурцы? Фу. Джордж не любит огурцы. Он не любит латук и не любит помидоры. Эй, Джордж, а какие овощи ты любишь? Шоколадный торт. Глупенький. Шоколадный торт – это не овощ. Может, Джорджу понравятся овощи, когда мы сделаем салат? Как вы думаете? О, свежие помидоры, латук и огурцы. Для начала помоем. Пеппа и Джордж помогают бабушке мыть овощи. Я думаю, уже хватит. Бабушка Свинка приготовила из помидоров, латука и огурцов салат. Дедушка Свин, зови всех обедать. Обед! Бабушка Свинка приготовила пиццу. А вот и салат. Из дедушкиных помидоров, латука и огурцов. Ешьте, пока горячее. Джордж уже доел пиццу, но он не любит помидоры, латук и огурцы. Ты что, Джордж, не любишь салат? Нет. Джордж, попробуй один маленький кусочек. Джордж, это огурец. Дедушка Свин сам его вырастил. Попробуй латук, Джордж. Он вкусный. О, нет, нет, Джордж. Ну-ка, посмотри. Теперь это динозавр. Динозавр. Джордж любит динозавров. Джордж ест помидоры, латук и огурцы. Молодец, Джордж. Хочешь добавку, Джордж? Нет. Джордж, ты что же, не хочешь больше помидоров, латука и огурцов? Джордж слишком наелся. Джордж, ты совсем ничего не хочешь? Джордж не хочет больше ничего. Ну что ж, значит, ты не будешь шоколадный торт? Шоколадный торт! Ну и ну! Кажется, к Джорджу вернулся аппетит! Ха-ха-ха!